Всем привет, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи. Сегодня расскажу маленько о телефонах. В смысле, ну, кто-то покупает, кто-то ворует, ну и все остальное. Ну, конечно, если кто-то потерял или кто-то украли, сочувствую. Ну, в принципе, можете дальше посмотреть, может, вам это видео даже и поможет. Скорее всего, ну, потом там, когда вы обращаетесь в милицию, все остальное это ерунда. Могу сказать о том, что здесь вы можете сделать, найти последнее местоположение, например, перед кто-то украл у вас или где-то потеряли, и кто-то нашел. Ну, есть люди, звонят, они говорят это, показывают там, ну и все остальное. Но главное в том, что ну, в течение 2-3 дня еще можно где-то его найти, так как и батарейка у них, они независимо от сим-карты, они Gold Play, ну, не, в принципе, не только Gold Play, и сам Google вот этот, он отслеживает телефоны. Это от 10 тысяч, это уже, да, это серьезная вещь, что потерять. Это настроение плохое, естественно, удар по бюджету, какой-то бизнес, какие-то фотографии, где-то видео, могут выложить это все. Ну, в принципе, вот так вот. Вот. Не забывайте, вы, когда делаете или покупаете, ну, если когда покупаете с рук, лучше всего сделать заводские настройки, перегрузить его, и чтобы стер, и по новому сделать аккаунт. Аккаунт для чего нужен? Для того, чтобы скачать какие-то программы, например, какие-то приложения, WhatsApp, ну, Express, или там, все это же, вся ваша информация в вашем телефоне. Вот. Аккаунт, он как бы в любом телефоне есть, на компьютере. Вот здесь записываете, здесь, не здесь, а потом появится, чтобы записали свой аккаунт, потом пароль. Естественно, запишите на листочек, чтобы был у вас. А когда еще бывает, что телефоны, говорю, 2-3 дня, потом их перепрошивают, все прошивают телефоны, кроме айфона, айпада, да и все остальных вот этих, прежде вот этих, они, у них сильная защита идет, но уже как бы видел по видео, уже смотрел, как можно уже даже переделывать. Вот дальше в чем? Здесь вы можете смотреть конфиденциальность, добавить свой номер, можете через, ну, сына своего поставить, тоже зарегистрировать на этот номер, через его телефон зайти в ваш актуант, и будет этот номер отслеживаться постоянно, где бы он ни находился, и вы будете видеть его. Ну, семейным парам нежелательно, так как это будет скандал, это, можно сказать, заходить в, ну, личную жизнь, проще так сказать, свой мир там, или как там, я не знаю. Вот, лучше не стоит, и можно проверить обязательно. Ну, в принципе, давайте посмотрим, не надо никакие программы, ничего. Спокойно делайте, не торопитесь, вот она ваша хронология. И это независимо, где вы живете, в каком городе, в каком районе. Ну, в принципе, это по всему миру, проще сказать. Да, кстати, может, кто-то в командировке едет, даже можно посмотреть, где он, где что, как. Вплоть до, ну, до метра. Ну, в принципе, сами увидите. Можете включить спутник, посмотреть, или тут карта, это города какие, ну и плюс к этому спутник включаете, и вы его приближаете. Не надо, еще раз говорю, никакую программу. Вот он, какой вам нужен город. Вот здесь же сразу говорю, улица какая. Можно проще сказать, вот так вот. Вплоть до, сами видите, довольно неплохо получается. Это дороги, естественно. Там завод какой-то там, я не знаю. Здесь вы можете все свое найти. Ну, в принципе, и все.
не теряйте, делайте его. Еще раз говорю, кроме айфонов, в принципе, все можно перепрошить 10-15 минут. И ваш телефон, до свидания. Ну ладно, всем до свидания. Удачи, пока, подписывайтесь, не стесняйтесь. Может, какие-то пожелания, приветы, ответы. Подписывайтесь.